Принц Моисей. Прошло время, и число израильтян в Египте увеличилось. Все они были дети сыновей Иакова. Египет был не их страной, ведь их страной был Ханаан, и Бог решил вернуть их в Ханаан. К этому времени фараон, который сделал Иосифа своим наместником, уже давно умер, а новому фараону совсем не нравилось, что так много израильтян живет в его стране. Он боялся, что израильтяне начнут войну против египтян. И фараон придумал жестокий план. Все израильтяне, по приказу фараона, должны были теперь работать на египтян. Они должны были обжигать кирпичи для домов. Очень тяжела была эта работа для израильтян. А египтяне били их всякий раз, когда кто-нибудь из израильтян хотел немножко отдохнуть. Кроме того, фараон приказал своим солдатам: если в израильской семье родится мальчик, то его нужно тут же убить. Девочки же пусть живут. Так солдаты фараона и делали. Всех маленьких мальчиков они бросали в реку Нил, а девочек не трогали. Горю израильтян не было конца. Все время молили они Бога помочь им. Бог не оставит народ Израиля. Он даст ему человека, который выведет народ Израиля из Египта. Но должно пройти много времени, прежде чем это произойдет. Этот человек, слуга Божий, должен еще родиться. В одной израильской семье родился мальчик. Отца мальчика звали Амрам, а мать – Эхабет. Кроме только что родившегося младенца, в доме уже было двое взрослых детей – девочка Мириам и мальчик Аарон. Мать Эхабет очень любила своего маленького сына и совсем не хотела, чтобы злые египтяне бросили его в Нил. 3 месяца она прятала ребенка, и египтяне не могли найти его. Но иногда ребенок плакал, и Эхабет очень боялась, что солдаты фараона услышат его плач, найдут ребенка и бросят его в воду. Долго думала Эхабет, что же ей делать, и придумала. Она собрала камыш, который рос на берегу, и сделала из него корзинку с крышкой. У нее получилась прекрасная корзинка, прямо как люлька. Все, даже самые маленькие дырочки корзинки, были очень хорошо закрыты, так, чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем Иохабет положила в нее сына и понесла его к реке. Вместе со своей дочкой Мириам положили они корзинку на воду между высокими камышами. Теперь только один Бог может позаботиться о моем сыне, подумала Иохабет и пошла домой. Мириам же осталась на берегу реки. Через некоторое время вышла на берег очень нарядно одетая женщина вместе со своими служанками. Мириам сразу узнала эту женщину. Это была дочь фараона. Принцесса пришла купаться, она делала это каждый день. Подойдя к воде, дочь фараона увидела корзинку в камышах и приказала служанкам достать ее. Когда принцесса подняла крышку корзинки, она увидела там ребенка. Он плакал. Принцессе стало очень жаль ребенка. Это, наверное, ребенок израильтян. Они спрятали его здесь, чтобы их ребенка не убили, подумала принцесса. В это время к принцессе подошла Мириам и спросила, не хочет ли принцесса, чтобы она сбегала в деревню и позвала какую-нибудь женщину покормить мальчика. «Да», — ответила принцесса, — «приведи сюда кого-нибудь». Мириам побежала домой, чтобы позвать мать.
Тогда Иохабет сама сможет заботиться о сыне. Когда мать и дочь пришли к реке, принцесса сказала Иохабет: «Возьми мальчика к себе домой и хорошо заботься о нем. Я же буду платить тебе за эту работу». Обрадовалась Иохабет, услышав это. Теперь она могла сама заботиться о сыне и не бояться солдат фараона. Правда, мальчик не сможет всегда жить у нее. Принцесса хочет забрать его к себе во дворец, когда он вырастет. К счастью, пока ребенок будет дома, Иохабет сможет ему все рассказать о Боге Израиля. И ее сын никогда не забудет о своем Боге, будет любить и почитать его, и будет служить народу Израиля. Прошло время, и как не тяжело было Иохабет, она отвела выросшего сына во дворец. Принцесса назвала мальчика Моисеем, что означает «я вынула его из воды». Моисей многому учился во дворце. Он должен был стать настоящим принцем. И хотя египтяне не служили Богу Израиля, Моисей не забыл своего Бога. Бог сам об этом позаботился, ведь Моисей должен был вывести народ Израиля из Египта. Моисею 40 лет. Он хочет служить Богу Израиля. Он хочет стать настоящим израильтянином, а не принцем в Египте. Моисей очень огорчает, что израильтянам так плохо живется в Египте. Однажды Моисей вышел в город. Он увидел, как тяжело работают израильтяне. Особенно рассердился Моисей на одного египтянина, который все время бил работающих израильтян. Моисей подошел к этому египтянину и, увидев, что никого нет вокруг, убил злого надсмотрщика и закопал его в песок. Затем Моисей вернулся во дворец. Фараон, узнав обо всем, очень рассердился на Моисея и приказал его убить. Моисей не стал ждать, пока слуги фараона его схватят. Он быстро покинул дворец и пошел в другую страну – Мадиан.